Сборная Казахстана триумфально выступила на чемпионате Азии по тенге-ло. Прошедший в Алматинской области турнир стал для наших спортсменов важным этапом подготовки к предстоящим 5-м всемирным играм кочевников. В турнире приняли участие атлеты из Узбекистана, Кыргызстана, Венгрии, Таджикистана, Туркменистана, Монголии, Китая, Афганистана и России. Основная цель соревнований – развитие национальных видов спорта. Мы обсудили перспективы развития тенге-лю на международной арене. Мы убеждены, что подобные соревнования будут способствовать укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества между странами и придадут дополнительный импульс развитию данного вида спорта.